Во время общей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца Папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу волны насилия и протестов, недавно вспыхнувших в Соединенных Штатах после смерти Джорджа Флойда от рук полицейского. Друзья мои, мы не можем терпеть или закрывать глаза на расизм, изоляцию в любой ее форме, и при этом заявлять, что защищаем святость каждой человеческой жизни. В то время мы должны признать, что конфликты между полицией и протестующими разрушительны. Насилие не приносит ничего, а отбирает очень много. Святейший Отец продолжил катехизу о молитве. В этот день Папа размышлял об образе Авраама, чье непоколебимое доверие к Богу делает его важным примером в исламе, иудаизме и христианстве. Папа призвал верующих следовать примеру Авраама в том, как нужно строить отношения с Богом, как сын с отцом. Давайте учиться у Авраама молиться с верой, вести диалог, спорить, но всегда желать принять Слово Божье и претворять его в жизнь. Папа Франциск сказал, что даже злость на Бога иногда может быть превращена в молитву, если остается открытость Его Слову.